В Екатеринбурге началась подготовка фонтанов к запуску. Сегодня банный день случился у фонтана «Шар», расположенного возле театра драмы. Вчера коммунальщики убрали из чаши фонтана мусор. Сегодня пришло время отмывать скопившийся за зиму слой грязи. Делается это простой водой. После того, как фонтан очистят, его проверят на техническую исправность. Нужно будет установить форсунки, убедиться в исправности двигателя, задвижки, кабелей и так далее. И затем только произойдет пробный запуск воды. Всего в Екатеринбурге насчитывается 16 фонтанов. Большинство из них, по словам коммунальщиков, требуют капитального ремонта. Трубы ржавеют, детали отламываются. Немало проблем доставляют и горожане. Так как нас граждане фонтанами не только любуются, но в них и ныряют, там бросают и прочее, то отламывается, растаскивается и прочее, прочее. Мусор убирается практически каждый день на фонтанах. И когда они работают, люди приезжают и чистят.